Каждый пятый иностранец, проверенный полицейскими, находится в России с нарушением миграционного законодательства. Стражи порядка проверили мигрантов на двух рынках, и на обоих у приезжих нашли нарушения. Какие именно и что теперь грозит нарушителям, расскажет Рамиль Шайдулин. Девушка, давайте сюда. Каждый пятый иностранец, проверенный полицейскими на территории вьетнамского рынка и рынка привоз, находится в стране с нарушениями миграционного законодательства. Всего под проверку соблюдения законности попали 60 человек, 12 из которых не могли предоставить разрешение на работу, а кто-то и вовсе оказался без регистрации. На основании этого были составлены административные протоколы по статьям 18.8, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства, правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания в Российской Федерации. Рынки объектом проверки были выбраны не случайно. Торговля – это одна из наиболее популярных сфер среди иностранцев. Чаще всего это жители ближнего зарубежья, а также выходцы из Китая. За большинство миграционных нарушений, если допущены они в первый раз, закон предусматривает штраф. В этот раз на большинство мигрантов были составлены протоколы и выписаны административные штрафы в размере 2000 рублей. При повторных нарушениях закон к ним будет уже строже. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, вызов 112.